фашизм став настільки подібним до нацизму, що подекуди їх важко розрізнити. Особливо це стосується риторики пропагандистів. Пропонуємо вам невеличкий тест. Подивіться на цитати нацистських та рашистських пропагандистів і спробуйте вигадати, кому вони належать. Готові? Цитати даємо російською для чистоти експерименту. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще не сталкивались. Владимир Путин, 24 февраля 2022 года. Мы ведем борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него Творцом Вселенной. Адольф Гитлер, Майн Кампф. При необходимости мы сможем обойтись без масла, но никогда без артиллерии. Йозеф Геббельс, 1936 год. Верхушка государства должна быть ликвидирована. Ее перевоспитание невозможно. Социальное болото, активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должны пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины. Тимофей Сергейцев. Что Россия должна сделать с Украиной? РИА Новости. Складывается впечатление, что через каждые четверть века Америка обязательно участвует в какой-нибудь войне в Европе, чтобы иметь возможность беспрепятственно и по дешевке поживиться здесь всем, чем придется. Йозеф Геббельс. Англосакс, особенно когда он теряет власть, становится особо ожесточенным. Он сам власть не отдает. Он лучше весь мир похоронит, чем власть отдаст. Русский философ Сергей Кургинян. 16 марта 2022 года. Мы хотим, послушно склонив перед ними голову, в глубоком уважении хранить великие традиции нашего народа, его историю и культуру, которые являются неиссякаемым источником истинной внутренней силы и потенциального возрождения в мрачные времена. Адольф Гитлер, 1933. Мы не можем проиграть эту войну. В противном случае весь мир превратится в большой огонь. Александр Дугин, 11 апреля 2022. Наша страна переживает поистине исторический момент. Решается судьба государства, его будущее место в мире. Сергей Нарышкин, 16 марта 2022. Помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными пособниками. Они поддерживали этот режим и потакали ему. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против этой системы. Тимофей Сергейцев. Что Россия должна сделать с Украиной? РИА Новости. Это ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. Была возможность мирного урегулирования проблемы. По своей собственной инициативе я неоднократно предлагал пересмотреть эти невыносимые условия. Все эти предложения, как вы знаете, были отклонены. Адольф Гитлер, 1939. Я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы воздушные силы ограничились атаками на военные цели. Адольф Гитлер, 1939. Наша армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты и полностью соблюдает требования международного гуманитарного права. Сергей Шойгу, 4 марта 2022 года. Вашку разрезнуты, правда? Прошло уже понад 80 років, а риторика у агресорів та злочинців не меняется. Але финал в усіх однаковий. Побороли нацизм, поборемо і рашизм.